9 декабря государственные и муниципальные служащие отметили свой профессиональный праздник. Для них был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов региона. Молодой праздник был учрежден в 2008 году как признание важной роли госслужащих в социально-экономическом развитии Ульяновской области и как знак уважения к их труду. Это наш профессиональный праздник. Я считаю, что этот праздник, где мы должны подчеркнуть, власть, которой пользуются данные служащие, это очень хрупкий инструмент, с которым надо обращаться на «вы» и очень осторожно. Служба чиновников и опасна, и трудна, ведь на плечах служителей народа лежит большая ответственность за благополучие всех жителей. Ежедневно работникам приходится сталкиваться с непростыми задачами и трудностями. Это очень непросто работать ненормированно. Иногда, так сказать, с 8-6 утра, иногда совещания начинаются, и по субботам, по воскресеньям, и принимать очень сложные решения и брать на себя ответственность. Не просто принимать решения, подчеркиваю, а брать ответственность за целый регион, за муниципалитет, за изменение системы выборов, за взаимодействие с гражданским обществом и так далее. Своих коллег поздравил губернатор Сергей Морозов. В своей речи он отметил, что уровень развития муниципальных образований и региона в целом зависит напрямую от профессионализма служащих. От себя лично, как от высшего должностного лица, как от губернатора, как от члена Государственного совета, поздравить вас о вашем лице и всех наших коллег из региональных органов исполнительной власти, муниципальных образований с этим замечательным праздником. В завершении вечера глава региона наградил отличившихся работников сферы памятными медалями и грамотами. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.